Вот так, ребятки. Всем привет. Вчера вам обещал показать вьетнамцев. Сегодня у меня немножко день вышел из-под контроля. Я даже сам не ожидал того, чего я сделал. В общем, я побелил весь этот сарай. Ну, то есть все загончики. Думаю, ладно, побелю. Ну, малышам этим я побелил вчера. Думаю, побелю у скумбрии. Побелил у скумбрии. Думаю, нужно у 12 малышей побелить. Побелил у них. Думаю, у рыжей, у черной очень грязно. Побелю еще им. Думаю, ну ладно, уже и кабанов побелю. В общем, получилась красота. Я не знаю, я как черт весь белый, но очень довольный. Потому что завтра едем в Харьков. Я еще на том дворе у вьетнамцев не подключил им. Ну, то есть красные лампы, это веснушки. И Хельги не подключил. Сейчас это все сделаю уже по темному. Сейчас уже начнет темнеть. Сейчас мы с Лешей съездим на СТО. Ой, на СТО. На новую почту. Заберем БМВД, который мы заказали вчера. И оно уже сегодня пришло. Нет, я заказал БМВД, он заказал премикс. Вот так. Ну... А сейчас я вам всех покажу. Ну, как вы поняли, что вьетнамские обормоты сейчас будут жить ну, то есть на месте, где была чернушка. Здесь все убрано, все дезосаном посыпано, то есть стены побелены. Все хорошо. Положил вот сюда лопату навоза от вот этих мелких поросят. И некоторые поросятки уже поняли, а некоторые ходят туда, куда не надо. Я вот так все в кучку сгребаю, чтобы они... научились ходить туда, куда надо. Ой, какой бесстрашный, ты вышел, да? А ну, давай все, идем, идем. Давайте, мои хорошие, мои хорошие. У них горит красная лампа, дверь закрыта, на улице плюсовая температура. Они кушают, вот у них в кормушке корм и вода. То есть, о, нормально себя чувствует. Загончик у них большой, просторный, чистый, теплый. Ну, я не знаю, что еще добавить по этому поводу. Одна моя зрительница, подписчица, и очень хорошая девушка, которая уже дважды у меня брала поросят. Она мне написала, что у нее сломалась машина. А я говорил, что я повезу уток на Андреевку, она живет за Андреевкой, там недалеко. И я ей говорю, давай я тебе привезу поросят, мне их нужно продать, а ей не на чем приехать. Это как бы не доставка, а просто довезу ей по пути, понимаете? То есть, чтобы вы потом мне не писали, а мне привези туда, сюда, или в Харьков, или куда. Никуда везти не буду, тем более в Харьков это очень далеко. А по месту каждый может сам приехать и купить. Это просто что так получается по пути. Мне нужно ей покастрировать 3 кабанчика. Если не еще спешусь, спрошу каких. И покастрирую ей 3 кабанчика. И может с понедельника, там, во вторник, в среду, когда будет свободный день и не будет опороса, я ей отвезу 3 малышей. Ну вот так. Ну, я считаю, что у них здесь загончик, можно сказать, царский. По-другому не скажешь. Ну, вот так. Кто-то пристал к утке, топчет ее. Вот они все тут сидят. И какой-то селезень топтал утку. В общем, смотрите на эти царские палаты, да? Да, девки? Повыгребал все начисто. Нужно будет еще вот здесь подсыпать немножко. Ну, вот, вот этого порошка. Ну, в общем, стены побелил. Здесь еще не высохло, но тоже подсохнет. И будет хорошо. Всех накормил. А, водички не налил этим двоим обормотам. Сейчас принесу. Вот здесь были прям черные загоны, прям грязные. Сейчас все побелено. Ну, вон они, конечно, немножко пообтирали, но... Ладно, это все равно уже не то, что было. Да, девки? Свиноты. Ох и свиноты эти девки, на самом деле. Притом все 3. То есть и Скумбрия, и Глория, и Джессика. Свиноты и свинот. То есть они ходят в туалет не туда, не сюда. А как стою, так и сходила. У меня прям нервы сдают. Я не знаю, хоть бери и фиксируй их в станке, чтобы они ходили где-то сзади. Понимаете? То есть это прям печалька какая-то. Так что... Ну вот так. Ну все, не ори, психопатка. Спокойно себя веди. Да, да, молодец, молодец. Лежи молча.
стараюсь кидать солому в одно место, чтобы ходили в туалет в другое, но нет. Через один день здесь все будет вот так перемешано с навозом, и нужно убирать каждый день, не так, как у вьетнамцев. Подстелил этим обормотиком. Им все нравится. А, еще вот хотел сказать, вы спрашивали, вот отвечаю, ребятки, по поводу несутся ли утки или нет. Вот это за два дня, вчерашнее и сегодняшнее яйцо. Я пока не собираю, это все скушают свиноты. На тесто, вы скажете, на тесто Светлана Николаевна себе уже домой носила. То есть это не все. Она тоже что находит, забирает домой. Я что нахожу, приношу сюда. То есть хватает всем. Так что утки несутся. Тут вот сколько? 5, 10, 15, 23 яйца. 23 яйца это за 2 дня. И это не все. Я уже давал. Я в основном бью вот этой маман. Потому что у нее скоро опорос, но она очень хорошо набирает вес. Да? Скумбрия. Завтра все высохнет, будет вообще красота. Ну и так даже хорошо. И этим побелил, вот у них, они вот низкие, хоть бели, хоть не бели, перебеливал вот два раза низ, они все равно его обтерли, потому что их много, и они трутся. Вот. Ну все равно стало прям светлее, мне нравится. Тут чистенько, идите побегайте. Давай. Давай, 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 давай. Во. Выходи. Идешь? Мышка, выходи. Давай, выходи, красавица, выходи. Выходи. По поводу мышки мне написала одна зрительница, не знаю, подписчица нет, но зрительница, потому что видео посмотрела, написала о том, что у мышки больные ноги, виноват я. Ну ладно, пусть так и думает, я при чем. Я ей колол все, что мог, колол, и антибиотики колол, и мелоксивет колол, и что еще колол, и кальций ей колол, и железо колол, и что только не делал, передние ножки у нее все равно болят, так что, ну пусть, раз так думает, пусть так думает. У каждого есть свое мнение и своя голова на плечах. Она живет в хороших условиях, всегда на сухом, чистом. Корм, водичка у нее есть, но у нее болят передние ножки. Всякое бывает. У той вон шишка на боку. Это тоже я виноват, ребятки. Я не знаю. Ну, такие получаются поросятки. Да, ребятня? Весело? Я тут порядки навожу каждый день, а вы мне тут бардак устраиваете каждый день. Я порядок, вы бардак. Я порядок, вы бардак. Кстати, у меня сгорела экономка. И вот ну, то есть вот эти лампы, как они называются правильно? Ну, в общем, которые у них 2 года гарантии, экономки. И она поработала ровно год. И одна, и вот эту я тоже поменял, вот сейчас вам покажу. И я вот думаю, на нее дается 2 года гарантии. Сейчас вот здесь у меня коробочки. 2 года гарантии дается, но если подумать, что это же все-таки в сарае, и здесь влажность повыше, и лампы, мухи на них нагадили, они все черные, и хоть на ней, хоть и 2 года гарантии, я все равно не понесу их сдавать в ремонт. Вот написано 20-ваттные, 2 года гарантии. Вот. Но не понесу сдавать, потому что сейчас вам покажу, какие они грязные. Нужно будет их просто выкинуть. Вот. Видите? Это точно от сырости, они немножко там закоротило. Ну, в общем, вот так. Отработали год. И на этом спасибо. Потому что те лампы, которые, ну вот, разжаривание, вот эти, как они, лампы накалывания со спиралью, которые плохо... Ну, плохо дают свет и греются. Те, конечно, у меня горели как ненормальные. То есть неделя сгорела, 2 недели сгорела. Эти поработали год, я думаю. Ну, я не думаю, я считаю, что это достаточно долго. Так что просто поеду и куплю еще новых. На самом деле она стоит 20-ваттка около 100 гривен. Я думаю, что за год 100 гривен это нормально. Вот так. Да? Ребятня. Что, мамку учуяли, да?
Мне кажется, стало светлее в сарае. Да? Напишите в комментариях. Мышка, ну ты будешь выходить? Нет? Не пойдешь? Ну иди на место тогда ложись. Кушать, пить она ходит, туалет она ходит. Тоже хорошо, то есть все нормально. Так что вот такие дела. Я их только что покормил, они вон все не голодные. Даже вот редко увидишь, но вот они лежат, отдыхают. Этим насыпал позже всех и еще не налил воды, потому что я вот побелил загончик, насыпал ей кушать. Побелил загончик, насыпал кушать. Этих, у этих белил последних, так что им только насыпал и включил съемку и забыл им принести воды. Ну ладно, уже снимаю и тогда принесу, да? Девки. Еще раз повторюсь, белить на самом деле один загончик недолго. Ну вот то поубирал, то повыносил, то зерна досыпал. И прошло реально больше 5 часов. Сейчас уже, наверное, 5 часов вечера. Ну что, ты красавица, что ты моя красавица? Ай, не кусайся, не кусайся. Уже 5 часов вечера, сейчас Леха уже будет звонить, и уже надо, ай, и уже надо будет ехать по БМВДшку, да? Да, бармоты? Все, 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 отошла, отошла. Иди гуляй. Гля, какая агрессивная. Гля, 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 кусается. Вымазала меня всего. Все. Все, детвора, заходим на место. Давай. Давай, давай. В общем, уже прошло почти 2 полных месяца. Свинки не приходят в охоту. А это хороший знак. Мне кажется, что вот Глория черненькая, она стала прям большущая. Джессика немножко поменьше размером. А еще вот... Ты чокнутая. Все, 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 все. Хоть бы немножко разровняла соломку. Легла ли вообще? Грязная вся в побелке. Да, красавица? Большущая. Вставай. Вставай. Хорошая девочка. Нехорошая. Надеюсь, что они все-таки супоросны. Да, моя красавица? Ну вот так. В общем, сейчас съездим по БМВД. И тогда я поделаю там на том дворе. И все вам тоже обязательно засниму. Покажу. А сейчас... Мышка, ты пришла уже отдыхать, да? Не получилось выйти, нет? Ох и кох, эти копыта у нее, она мало ходит, и они не счесываются. Копыта у животных, так как и у людей ногти растут без остановки. А так как у нее ножки больные, она мало ходит, то у нее они вон там целые лыжи уже получились. Но обрезать не буду, все равно... Все равно ее убирать, да? Девчульки. О боже, все. Все, ребятки, я пошел ловить свиней. В грязи, это кошмар. Кто вас разрешил сюда выходить? Это ужас. Ребят, а двор грязи тонет. Сейчас позагоняю, тогда продолжим. Я думаю, вам тоже будет интересно, как они в этой грязи. Эй, кыш, кыш, шить, на место, все на место. На место, давай на место. Зашли. Грязюка какая, а ну все назад, я вас почистил, а вы мне в грязь. Кыш, давай, кыш, кыш. Ну, так, кыш. Ну-ну, ну зашли. Кыш, кыш. Ой, сейчас на вилла наколется кто-нибудь. Аккуратно. Ну это неинтересно. Кыш, 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 кыш. Ну, домой, 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 домой. Ой.
Куда? Ну, болото везде во дворе. Вот это дела наделали. Последний раз вас выпустил. Ну, кыш. Кыш. Гля. Кыш. Та иди ж ты домой. Зашли. Обормоте. А ну, кыш. Кыш. Заходи. Вот так. Зашли. Но все ноги грязные на место. Вот это погуляли. А ну зашли. А ну зашли. Кыш. Кыш. А ну пошел вон. Давай. Куда? Куда? Фух, испугали меня. Все. Загнал. На самом деле еще и легко. 3, 6, 7, 8, 9, 10. А их сколько? 3, 6, 7, 8, 9, 10. 12. Все, их 12. Все на месте. Вот так. Все, ребятки. Двор грязный. Сейчас дворы у всех грязные, там, где живут птицы. Так что на меня не наезжайте по поводу двора. У животных в загончиках у всех чисто. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.